Всем привет, друзья, канал Масолимп. В работе у нас Volkswagen Touareg. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизоляция. Видите, в полбагажнике кое-где фибропласт присутствует штатный. На задних арках по небольшому куску. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Двери, задние двери. Вот верхняя часть только обработана. Внизу голый металл. Передние двери. Также пару кусков вибропласта. На полу кое-где также вибропласт присутствует. По мнению владельца, очень слабая шумоизоляция. Готовим поверхность и приступаем клеить первый слой. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Volkswagen Touareg. Проклеим у нас пол в багажнике. Максимально обрабатываем поверхность, все тщательно прокатываем валиком. Проклеены задние арки. Двери клеим в данной программе в 4 слоя. Показываем первые два. Первый слой вибропласт 3 мм. И второй слой шумопоглотитель. Толщина его 6 мм. Также закончили работы по проклейке пола в салоне. Продолжаем работы. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Volkswagen Touareg. Проклеим шумопоглотителем задняя крышка багажника. Проклеим также пол в багажнике, задние арки. Проклеены пол в салоне. Также проклеили третьим слоем двери. Толщина его 2 мм. И по правую сторону закончили клеить четвертый слой заключительный шумопоглотителя, толщина его 15 мм. Остается нам собрать салон и автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!